Девочки, вот такие шикарные новые сапоги мы получили. Выполнены данные сапоги из натуральной замши и из натуральной кожи. Замша здесь очень плотная по составу. Обращаю на это ваше внимание. Кожаных мне что нравится, то, что у них подошва и орнамент на каблуке выполнены в черном цвете. Соответственно, на контрасте сапоги смотрятся здорово. Что по мысочку? Несмотря на то, что у них мысочек достаточно зауженный, классический, колодка правильная, пальчики ложатся ровно, нигде ничего не надавливает. Спереди они идут чуть повыше, сзади чуть покороче, обратите внимание. Замочки у них идут до конца. Внутри у них байка. Здесь, ну, как всегда, это натуральная цигейка. Работаем только с натуральными материалами. Классический сапог классического кроя. Реально, девочки, колодка очень удобная. Высота каблука 6,5 сантиметров. Его совсем не ощущается, как будто босиком. По стоимости они у нас 13 700. Размерная сетка с 36 по 41. На мне сейчас мой размер 39. Идут размер в размер, больше бы меньше я себе бы не стала рассматривать. И полнота, у меня худая нога, они на мне сидят достаточно хорошо, но в то же время и вот здесь у меня остается еще пространство. Соответственно, что могу сказать, вот эти сапоги сядут так и на худенькую ножку, так и на стандартную ножку, потому что вот, и меня вот так вот приподнимаю пяточку, и у меня вот эта часть заполняется, но в то же время опускаю пятку, ничего визуально не меняется и не мешает. Реально, сапоги просто шикарные.